пришел посыль. Называется багажный анбоксинг. Здесь у нас мишень, бронированная мишень из Ульяновска. Сайт не помню какой. Смотрим, я даже цвет забыл какой. Цвет, не помню, заказывал, так чтобы видно было. Опа, ух ты. Желтенькая такая мишенька, хорошая. Еще раз ножичком тут ее порежем. Значит, это бронированная сталь. Марка стали на сайте не указана. То, что она бронированная, указана, и все. Но мы в нее будем стрелять пулями 12 калибра. Пуля Ли. Все мои мишени не выдерживают из обычной стали. А это вон какая хорошая, прекрасная. Похоже на ушки. Можно подвешивать с двух сторон, а я за одну подвешу. Толщина здесь, по-моему, 10 или 11 миллиметров. Вот, в общем, такая хорошая сталюка. Попробуем ее изломать. Вот теперь наша бронемишень подвязана, такие вот резиновые ленты. Знаю, выдержит она, не выдержит. Пулю 12 калибра, колпачок от Ли. Попробуем сейчас вот так вот собрать. Воткнуть в землю. И испытаем. То, что мишень выдержит, это однозначно понятно. Это бронемишень. Из бронеметалла, как было написано на сайте. Ну вот, уже разваливается. Ничего страшного. Пойду сейчас воткну землю. Видно, не видно. Попробуем сейчас увидеть. Ножки сделал 700 миллиметров. Может быть, даже и коротенькие сделаю меньше. Попробую сейчас стрельнуть по мишени. Стоит она внизу. Пробуем. Эх, какой прекрасный звук. Ну что же, пойдем посмотрим, что с ней стало. Ножки надо будет сделать подлиннее, чтобы повыше стояло. Но вот, пожалуйста, удары пули. Ничего, никакой деформации. Но это следовало ожидать. В принципе, она для этого и предназначена. Есть у меня мишень из обычного металла, сталь 3, толщиной 9 миллиметров. Она пулями, колпачок вся изрешечена. То есть и погнутой даже, продырявлена. Вот это самое то. И звон стоит такой хороший. Че, мне понравилось. Пойдем повторим. Поехали. Мне нравится этот звук. Гильзы потом соберем. Друзья, сегодня у нас 31 декабря. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, с Рождеством, и прошедшим католическим, и будущим православным. Всем желаю здоровья, самое главное, мира над головой, семейного благополучия, остальное все придет.